Сегодня началась последняя перед Пасхой неделя. Страстная. Эти дни самые строгие в соблюдении Великого Поста. Каждый день седмицы наполнен особым смыслом, и с каждым связаны свои приметы, традиции и правила. Самым сложным днем считается Страстная Пятница. Православные христиане вспоминают суд, распятие и земную смерть Иисуса Христа. С понедельника начинается самое насыщенное в богослужебном отношении неделя для православных христиан – это Страстная Седмица. Великий понедельник, Великий вторник, среда, четверг, Страстная Пятница, Великая Суббота – это все те дни, которые подготавливают нас к великому празднику Воскресения. Правила Страстной Седмицы – это очень строгие правила, но по сути, по своей, они вытекают из вот этого предшествующего 40-дневного поста. Мы 40 дней готовились именно к этой неделе. И вот все эти 40 дней – это была забота о нас самих, то есть о том, чтобы очистить свое сердце, утихомирить чувства, чтобы плоть пришла в надлежащее состояние бодрствования, а не расслабленности. Но это было на протяжении 40 дней. А вот теперь, на протяжении 7 дней, мы все посвящаем Господу Богу. Вот весь этот труд, который мы предприняли на протяжении поста Великого, 40 дней Великого Постного Поприща, вот теперь мы приносим его Господу Богу.